Что-то он какой-то стрёмный. Пошли, Димон, посмотрим. Ну, нормалёк, чё? Где такого товара-то нарыл, а? Нравится. Шутник. Да не парься ты так, брателло. Раскидаем мы твой товар. В лучшем виде. Деньги. Опаньки, вот они, мои родные бабульки, бабаны, бабусики. Перебей. Все правильно. Доверяй, но проверяй. Да все нормально там, как договорились. Минус 200 тысяч. Что? Слушай, извини, брателло. По дороге такого порошка предложили нереального, я не смог отказаться. Ну, сам знаешь. Завтра отдашь. Договорились. А что ты такой смурной? Life is кайф. Бонжур, месье Сарматов. Фух. Нафиг так пугать, брателло. А что такое? Что случилось? Я бабло отдал твоему гаврику. Вот это. Купили у тебя в ломбарде. Ну, накосячил я, малеха. Ну, все же обошлось. Руки! Руки убрал, урод. Димон!